приготовились, начали. Я иду, подхожу к двери, стучу, молитва не отец на голову. Так, так вызываются монахи друг друга в монастыре. Молитва не отец на голову. Так, не выходит. Ну, раз, семь, наверное, я постучал в эту дверь, понимаю, что остановить съемочный процесс не могу, сказать что-то, может дверь открыть или что случилось. Вот, как актер не имею права остановить кадр, а поэтому продолжаю стучать снова, и потом в какой-то момент быстро открывается дверь. Петр пробегает мимо меня и уже оттуда, с нескольких метров от меня, кричит свою реплику дальше вот по этой сцене. А я боковым зрением замечаю, как оператор то на него, то на меня, то на него. У него двойной должен быть план, то на меня, то на него. И уже слышу, Логин кричит: «Стоп! Стоп, Петя! Куда ты побежал? Что ты мне играешь?» И тут действительно свидетельствующая фраза о высочайшем коэффициенте талантливости Петра Мамонова, он закричал ему в ответ: «А я не играю, я так живу!»